Я так стал культивировать трусость и депрессию, друзья мои, что я просто уже напросто зашел в тупик. Но, опять же, я говорю, это все проверка основоположений. Вот основоположение, что человек делится на душу и на тело. Пожалуй, я в этом убеждаюсь. Основоположение, что нужно держаться бодрости, светлых установлений в мышлении, ясности мышления. Да, я в этом убеждаюсь. Во всем мне надо убедиться. Фактически говоря, я опустился на дно трусости, на дно депрессии, на дно, как говорится, вот этого сожаления о том, чего нельзя вернуть. Якобы, опять же, нельзя. Хотя на самом-то деле очень даже и можно, если, выражаясь языком дамы, не лежать на диване. Ну вот и все, поэтому остается мне только как-то утренние часы. Утром я абсолютно беспомощен. И пока я, как говорится, днем не посплю, я и вот к вечеру, как говорится, не взбодрюсь, не выпью кофе, то я вообще ни на что не способен. Вот, нормальная позиция, здесь не так жарко. Там, в том конце, где я всегда сажусь, страшная жара. Ну вот, сейчас, короче, я выгружаю видео, и я думаю, что тем временем либо освободятся какие-то места, либо когда я выгружусь, выпью кофе и пойду дальше еще по улице снимать, может быть так. Здесь у меня все, как говорится, весь учет. И вся работа. Ну вот так. Ну ладно, все, дальше что будет, я сообщу. Могу только заранее похвастаться, что перспективы есть, друзья мои. Шансы есть у Виталия, как сказал Гендон перед боем Кличко Льюис.